Запасы готовой продукции на складах снизились. Зараз по этим показчику в область лепшая у республики. Напередодні на посяжении облвыконкама обмерковали работу промыслового комплексу. Статистичные лишбы по выполнению разных экономичных показчиков у основным превышают 100%. Але, зразумела, за обагуленными выниками работа конкретных предприемств. И тут все индивидуально. Так, с початку года с 230 буйных и средних предприемств больше за 50 спрацавала со стратами. Один из промысловых гигантов региона, Мазырский нафтоперепрацовчий завод, у апошние месяцы нарыште пошел обновлять объемы вытворчасти. Что тычется диверсификации экспорту, то при скорочении поставок у Россию заявляются новые замежные импортеры. Зараз продукция предприемства у нашего региона присутничает на рынках свыше 110 краин. У Гомелі день усенародной памяти ахвяр Великой Отечественной войны отзначили урочистым митингом. На площади працы каля вечного огню собрались ветераны, представники уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. Головная мета традиционной встречи – вспомнить тех, кто поклал на алтар Великой Перемоги свое житие. И еще раз нагадать подрастающему поколению, как героично и самоахвярно советский народ оборонял и вызволял родную землю от ворога. Затем усіх присутных запросили на патриотичное мероприемство у кинотеатр имя Калинина. На открытом пляцовце для увахода разгорнулася тематичная фотовыстава. Гучали песни военных часов и демонстрировалась экспозиция документальных фотоздымков. Финальной кропкой патриотичной акции стала демонстрация нового белорусского мастацкого фильма «Тень ворога». Поштовка с минулого. Гомельские эксперты обновили лист фронтовика. Дед Александра Аржаховского загинул у боях под Новгородом и посмертно узнагороджены медалем за отвагу. У семейном архиве заховался опошний лист, який был написан им незадолго до гибели. Поштовку с дорогим сердцу надписом 75 годов берегла бабуля Александра Аржаховского. За этот час чернила выцвели и разобрать слово стало немахшимо. Пришлось звернуться за допомогой до специалистов. Дякуючи кропотливой праце гомельских криминалистов, отрымалося цалком обновить текст фронтового листа. У Гомелі протягивается международный семинар по питаниях радиационной обороны навокольного осяроддя. Его организаторами выступают Гомельский институт радиологии и Центр оценки ядерной обороны с Франции. Главная задача – обмен экспертным опытом, реагирование на максимальные надзвичайные ситуации и выпрацовка практичных рекомендаций по их недопущению. Удельники форума – навукоўцы с Беларуси, Ирландии, Франции, Норвегии и Японии. Семинар продуглеживает огляд разностайных подходов у долготерминовой реабилитации потерпелых от радиации территорий. В качестве прикладу выкористовывается белорусский опыт и практика японских ученых у переодолении наступства аварии на Фукусима-1. 26 червня 2017 года прокуратуры Беларуси исполняется 95 годов. На передании профессийного свята прокурор Гомельской области Виктор Морозов завитает у студию программы «Диалог». Размова позже про разные направки деятельности прокуратуры, у приватности борьбу с коррупцией. Прокурор в области поделится своим меркованием, насколько эффективные методы борьбы с ее и те есть поспехи. Задать питание, выказать конструктивные пропановы можете и вы. Номер телефона прямого эфиру 77 68 45. Глядите программу «Диалог» на телеканале «Беларусь-4» сегодня у 19:20. У Речицы воротовальники разгорнули лестницу, каб трапить у кватеру, где по подвоконнику ползал маленький хлопчик. Поведомление про то, что в открытом окне 9-го поверха дома на улице Достоевского зауважили дитя, поступило от милиции. Проз 5 хвилин на месте уже была аутолесвица воротовальников. Супрацовник районного отдела внутренних справ закликал малого внутрь кватеры и про закрытые уходные двери гутеру с 4-годовым хлопчиком. Воротовальники у гэты час поднялись в открытое окно. Дякуючи злаженным деяниям воротовальников и милиционеров, на гэты раз трагедию удалось позбегнуть. У МНС означают, что разглядают каждый выпадок покидания маленького дитяти без нагляду, как надзвичайное здарэнне. Польские распрацовщики компьютерных гульняў представят эльгастехнику Полесья у популярном симуляторе. Компьютерная гульня Пью Фамин продемонструе усе махшимости техники Гумсельмаша. Симулятор довольно реалистичный и детализованный. Кожный гулец сможет стать уладальником фермы, орать поли и убирать урожай, не отдыходячи от компьютера. Выпуск гульни запланованы на початок наступного года, але у интернете уже теперь можно знайсти трейлер. Сегодня на телеканале «Беларусь-4» у передачи «Добрый вечер, Гомель» размова пойдет про летний фитнес. Какие физические нагрузки больше эффективны у летний период? Чи сприяют здоровью экстремальные виды спорту? И что пропонуют вытворцы спортивного харчевания? Не пропустите летний фитнес у прямом эфире с ведомыми спортсменами, инструкторами и диетологами. Сегодня вечером у передачи «Добрый вечер, Гомель» у 20:40 на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до размовы у прямом эфире, телефонуйте в студию по телефоне 3 7 5 519.